Вы смотрите новости сейчас. С вами Татьяна Король. Здравствуйте. Зимняя сказка для самых маленьких зрителей. К марафону добра наши дети сегодня присоединились актеры молодежного театра эстрады. Настоящую новогоднюю академию превратился национальный выставочный центр Белэкспо. Гости музыкального представления вместе со сказочными персонажами отправились в большое путешествие. Всегда артисты как-то по-иному относятся вот к подготовке именно новогодних представлений, потому что действительно вот в это вот волшебство окунаешься с головой. Все дети рады, когда приходят на наши новогодние спектакли, и иногда они даже восхищаются и верят в Деда Мороза. Я желаю всем, чтобы они тоже поверили в чудо и тоже принес Дед Мороз им подарки. В эти предпраздничные дни добрую эстафету подхватывают в разных уголках страны. Только в столице пройдет более 1500 мероприятий. Министр спорта Сергей Ковальчук сегодня чествовал паралимпийцев и участников Дельфийских игр. 2018 получился для них удачным. Из южнокорейского Пхёнчхана белорусы привезли 12 медалей и заняли 8 место в общем зачете Паралимпиады. Лучших сегодня наградили. Отмечу, обладательница 3 золотых медалей в Южной Корее Светлана Саханенко ждет ребенка, но уже в мае планирует приступить к тренировкам. За один год я успела практически все. И осуществить свою мечту, и добиться высокого результата, и создать семью. И, в общем, скажем так, быть одной из лучших, это тоже немаловажно. Поэтому все здорово, это самый удачный год. Год был успешный, яркий, и паралимпийские игры зимние очень удачно за всю историю, да, то есть и летний чемпионат мира по плаванию, и по легкой атлетике чемпионат Европы. Ну, это уже история. Вот. Я сказал, что историю, страницу перевернули, впереди Токио, это экзамен. Ближайшая летняя паралимпиада пройдет летом 2020 года в Токио. Трагедия в транспортном вузе Пекина. По меньшей мере 3 студента погибли, когда проводили химический опыт в научной лаборатории. На место ЧП прибыли около 30 пожарных. Мощное пламя не удавалось потушить более часа. Студентов и преподавателей экстренно эвакуировали.